Современная казахская свадьба во многом напоминает европейскую, однако у наших предков были уникальные свадебные обряды. Все начиналось с кыз-айтру. Родители жениха искали невесту своему сыну еще до совершеннолетия, которое наступало в 13 лет. Затем следовал обряд кудатусу. Родственники с обоих сторон знакомились друг с другом. По итогу сторона жениха выплачивала калын-мал – свадебный подарок в виде скота. По достижению совершеннолетия жених приезжал к невесте, где впервые знакомился с ней. Узату-той – свадьба в доме невесты. Невесте давали приданное и готовились к ее отъезду. В это время проводился обряд асаукилей-киюзу. При отъезде невесте запрещалось оглядываться назад, на родительский дом. Келин-тесру – свадьба в доме жениха. По пути невесту осыпали шашу, конфетами и монетами, демонстрируя благосостояние ее нового дома. Финальный этап – нике-кью. В те времена мечеть заменяла ЗАГС, и бракосочетание официально закреплялось мулой при свидетелях.